Друзья, добрый день. Всех с праздником. У кого праздники, у кого нет. Мы вывозим очередную партию машин в Польшу. Вернее, на границу с Польшей. Там будут забирать люди у нас. Вот такой Dodge Caliber 2007 года. Был куплен за 3450 евро на кожаном автомате, хорошее состояние. И вот недавно у нас была в выпусках вот такая Volvo. Все, мы уже загрузились и направляемся в сторону Польши.